Всем привет, друзья, вы на Кодплее. Мы продолжаем Spirit Bridge Кена, либо Бриджский Spirit по путеводителю духов. Так, здесь мы открыли как раз. И это что? Это поднятие. Поднятие моста? Или просто... А, нет, нет. Это использование... Так, здесь кристалл. Здесь кристалл заберем. Где еще? Где еще? Нету? Отсюда. Хватит кристалл набивать. Так, а здесь домик, да? О. Там битва какая-то. Мое. Так. Туда почему-то не ходил. Непонятно, но все равно наверняка придется туда идти. Вот там драчка будет сейчас. А сейчас будет драка. Ну-ка. До свидос. Далеко они расходятся. Что, броня не спасает уже? А то... Такое. О, вихрем заливается. О, пупсики. Колбасики. Ну, недалеко здесь. Так. Здесь-то ладно, понятно. Ясно, понятно, понятно, ясно. А здесь есть? Мишень, а куда надо? Чтобы открыть. Ну ладно, потом. Вот. О! Капелька где-то используется. Здесь. Нету ничего. А вот здесь мы должны зайти сюда, да? Ну-ка. А, во. Я-то думаю. Бум. Тленыши. А вот там. Что-то я сундучок пропустил, а? Порядок. Кепочка. Мне модная бейсболка. А что-то мы вообще не туда идем. Ветерок он поддувает. Значит, вот туда надо. Здесь закрыто. А мне росинка нужна для того, чтобы открыть.
отдыхает. Балдеть себе. Так, а где я могу? Вау! Балдеж. А там грязная вода. Или нормальная? Да, вот, хорошая. Ну вот, да. Открыли двери. И там, наверное, все-таки будет росинка. О, плывут. Вон она, где можно было залезть. Вот здесь вроде бы росинка или что? Так, что там такое? А, ну, это в эту. Мы перемещали. Оп. А мы здесь не были. Ну-ка. Чебулдук? Иди ко мне. Ну и все, да? А почему, как портал-то раскрывать? Угу. Что-то непонятно пока что. Разберемся. Видимо, сюда не время. И не место. Здесь, кстати, вот еще надо. Цветочек перепрыгивает. Теперь цветок. Мы эту почту мы не видим. Ну, я не вижу, где она. Что есть. Это закрыто из-за этой гадости. Мы не можем раскрыть. А здесь мы не убьемся. Здесь вот сундучок. Это мы у деда. Деда, сготовить нам что-нибудь до обеда. Ну, красота какая. Ля. Дедушка, что за дело? Откройте барьер. А вот эти порталы, чё, к чему?
не нужно, что ли? Ну, видно, что нельзя. Ну ладно, пойдем к Тоси. Тоси-си. Конфетки есть или шоколадки? Не помню, но вкусные. Мы сейчас загоняем сюда. Наверное, далеко не будем уходить, потому что здесь вроде бы как гора. Ой-ой-ой, холодновато. Телепорт активировался. Ох, как красота. Какие-то главы. Ну, сейчас будем дуроться. Снежок. Сразу активировать. Испугались. Он погиб, дерясь с тем монстром, который погубил всех. Ты далеко зашла, проводница духов. Это тот, в самом начале, который был. Но что ты на самом деле ищешь? Что ты прячешь? Чего ты? Для чего ты здесь? Я ощущаю твое истинное намерение. Ты делаешь вид, что заботишься об этих духах, но на самом деле ты служишь только своим интересам. От меня тебе свою слабость не скрыть. Ё-моё. О-о-о. Кристаллик её на груди разрушили. Духи? Папа? Папа, ты где? Ты не можешь здесь оставаться. Я хочу домой. Мой папа пропал. Поможешь мне его найти? Не тревожься. Мы можем поискать его вместе. Это его посох. Он не может попасть без него домой. Можешь понести его за меня?
О, рывок. Не торопись. Ты прошла долгий путь. Переход в иной мир – нелегкое дело. У Тоси особенный дух, гораздо сильнее остальных. Он сумел вытолкнуть меня из своих воспоминаний. У Тоси необузданная сила, но не она причиной твоей неудачи. Оскверненные духи черпают мощь из противоречий, раздирающие их изнутри. Мой отец сказал мне о священном горном храме и его связи с владениями духов. Когда я лишилась отца, я отправилась на поиски храма в надежде, что могу еще лучше помогать духам. Я всегда знал, что он умер, но мне казалось, что если я сумею помочь многим духам обрести покой, он видит меня и будет гордиться мной. Для тебя сюда приходили и другие проводники духов. И все они потерпели неудачу. Твой отец гордился бы тобой. Тобой. Какой ты стал. Получается, сейчас у нас есть возможность, и мы, наверное, должны научиться проникать через эти порталы. Тоси не смог примириться с судьбой, уготованной нашей деревне. Он уничтожил священное существо и разорвал природный цикл наших земель. Похоже, тоже спрятал свои реликвии во владении духов. Тебе нужно перебраться на ту сторону, чтобы их отыскать. Ищи портал в деревне. Рывком проходи сквозь них. За ними находится владение духа. Удерживая Е, чтобы совершить рывок. Все понятно. Спасибо. Страх Тоси. Пройдите по тропе мастера масок в поисках реликвий Тоси. Любовь Тоси, пройдите по тропе воина в поисках реликвий Тоси. Сожаление Тоси, пройдите по тропе охотника в поисках реликвий Тоси. Да, все в основном такие. Ну что-то три портала, да, она показала. Мне вот интересно. В доме он может что-нибудь там раскрыть. Закрыто. Ну, здесь надо открывать. Здесь почту надо делать. Бежим, бежим, пацанчики. Вот и первый портал, который был рядом. Тропа охотника. Олень.
Нифига, успели прям. О, фантомы. Фантомы все равно. Ты камнями закидываешься. Так вот, через проход получается, через него они начинают видеться, материализоваться точнее. Думал, что-то там есть полезное. Отравлено. Красивые фонарики вот эти вот, вообще просто кайфовые. Несите, малыша. Ой, ты туда размахнулся. Хорошо нападать так. Пойдемте дальше. Угу, все-таки понадобился, да?
считаешь? А сейчас он нас хватает. О, олень. Активируем. Не работает. Летун.
Обнаружено реликвия, гарпун. Новая шляпа для тленышей. Еще больше. Эти статуи стояли здесь задолго до появления нашей деревни. Учения древних племен, созданные, чтобы помочь будущим поколениям в понимании природного равновесия. Мы не понимали их значения, пока не стало слишком поздно. Хорошо. Так, теперь у нас есть еще два портала. Любовь Тоси, страх Тоси. Деревенский причал, портал, любовь Тоси. Давайте, друзья, это сделаем в следующей серии. Мы здесь с охотником сразились. И нас любовь Тоси ждет и страх Тоси. И мы будем открывать... Так сказать, сердце. Сердце Тоси. Чтоб оно освободилось. Всего хорошего, друзья. Всем хороших выходных, которые сейчас. До свидания. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.